Всем привет! Очень рад возможности к вам обратиться и сказать о главном. Если такие понятия, как любовь к животным, права животных, что-либо означают, то они означают прежде всего веганизм. Веганизм – это не просто вопрос диеты, когда мы отказываемся употреблять мясо, молоко, яйца или любые другие животные продукты, поскольку все они связаны с насилием. Веганизм это наша моральная приверженность ненасилию по отношению ко всем чувствующим существам на планете Земля. Это наше заявление о том, что мы отвергаем представление о животных как о вещах и считаем всех чувствующих существ личностями с моральными правами на жизнь и свободу и с фундаментальным правом не рассматриваться в качестве ресурсов человечества. Что нужно сделать, чтобы помочь животным прямо сейчас? Ну, во-первых, самому стать веганом и продвигать идеи веганизма в своих словах и поступках каждую минуту своей жизни. Потому что все другое не имеет смысла, пока беззащитные живые существа страдают и умирают из-за невежества людей. Веганизм – это акт нашего ненасильственного сопротивления злому порядку вещей. Мы должны освободить животных от рабства и насилия. Должны признать их личностями. Мы и животные равны. У нас есть одна общая способность. Способность страдать, любить и жить. Не ешьте животных, любите их. Только веганизм. До свидания.